идет. Мы познакомились с Юлей и ее мамой в 2009 году, когда я снимала другой фильм. Это был фильм о том, как женщины и дети содержатся вместе в колониях, в тюрьмах, в общем, грубо говоря. И я снимала кино об этом. И после того, как фильм был закончен, Юля должна была попасть в детский дом, потому как у матери был еще большой срок, ей еще нужно было сидеть, отбывать наказание, а Юлю забирать никто не хотел, и она должна была оказаться в детском доме. И в это время наше кино начали показывать на разных показах, на фестивалях, и на одном из таких показов фильм увидела Наташа. Наташа была просто обычная зрительница, и после фильма она думала несколько дней и позвонила мне через несколько дней и сказала, что хочет взять девочку на то время, пока мать находится в колонии. И я была очень удивлена, узнав об этом, услышав об этом, и, конечно, решила, что буду продолжать снимать эту историю. Но вот а то, что получилось, вы увидите сейчас. Стоп. Угу.